Бес атакует дерзостью людей, смятением ума и непокорством. На сумасшествие потрачен будет день, и он свое еще до гроба спросит. Трамбует преданных в огромное лукошко, где дерзость, мать бесчисленных пороков. За стол пролез, не приглашен, не прошен, нахально, с доказательством, что проклят. И каждый должен сам определить, кому он служит, Богу ли, мамоне. Присядет рядышком, спешит тебе налить, а душенька, душа незримо стонет. Душе бы к Богу нежно прислониться, слезой огонь мятежный потушить. Свет доброты на злобу заструится, когда добро исходит от души. У дерзости бесчисленные слуги оправдывать ее начнут и тешить. И нераскаянностью упреками все сгубит, и ты не рыцарь, а замшелый леший. Начальство ли священник, все равно, всезнайство дикое в снобизме непрорубном, а сам ничто, тупее, чем бревно, все на живую нитку, дико, грубо. И что бы кто ему ни говорил, а он долдонит щита афоризмы, не к месту клеит из числа горил, и грохнешься на семь обмылки с клиском. Писание в башке одни обрывки. Куда, какой канон примерить нужно? Не знает. И на уговоры только рыхнет, по ересям фискальных слепо кружит. А дерзости лекарства лишь смирение. Мать добродетели спасения стезя. Таких Иисус уже сегодня встретит. Согрей тех, кто в скудости озяб. 13 июня 2007 года.